По разным оценкам, в России чуть больше 1000 человек удостоены высшей государственной награды. И едва ли не половина из них награждены посмертно. День героев – это продолжение традиций, существовавших в русской армии до революции. Тогда, в начале декабря, чествовали кавалеров ордена Святого Георгия – высшей воинской награды царской России. Сейчас награжденные создают новую традицию. Ежегодно собираются в столице Приволжского региона, возлагают цветы к памятнику павшим воинам и проводят в школах уроки мужества. В Перми венки возлагают к мемориалу Уральского добровольческого корпуса. Знаменитая танковая дивизия «Черные ножи» стала символом воинской доблести. А такое количество героев можно увидеть, наверное, лишь День Победы. Но сейчас другой случай. На главной концертной сцене Перми проходят празднования, посвященные памятной дате. В этот день мы вспоминаем и чествуем тех, кто стал образцом служения России. В регионах округа и страны, на окружном и федеральном уровнях проходят торжественные мероприятия в их честь. Память о каждом герое – наша ценность, наш долг – сохранить их для будущих поколений. Именно поэтому мы реализуем в Приволжском федеральном округе общественный проект «Герои Отечества», в рамках которого уже проведена большая работа по увековечению памяти героических защитников нашей страны. Чтобы каждый из них получил заслуженную благодарность народа, чтобы никто и никогда не оказался забытым. Полпред награждает самые активные регионы и музеи за лучшие патриотические проекты, в том числе за увековечивание памяти героев России. Среди награжденных не только огромные музейные комплексы из Татарстана и Удмуртии, но и маленькие музеи при скромных сельских школах. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости из Перми.